ходе областной акции «Сдай старые шины на переработку» в Московской области было собрано уже около 2500 кубометров старых автопокрышек. Чтобы присоединиться к этой акции, нужно привезти старые шины на площадке для крупногабаритного мусора, мегабак или в пункты переработчиков и сфотографироваться с покрышками. Затем разместить фото в Инстаграм, добавив хэштег акции. Авторы наиболее интересных и креативных снимков могут выиграть сертификаты на покупку новой автомобильной резины.